Всех приветствую, продолжаю просматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Мария Бланшар, испанская и французская художница Парижской школы, родилась в 1881 году в городе Сантандер, Испания. Я пользуюсь Википедией. Из многодетной обеспеченной семьи либеральных журналистов, любителей искусства, двоюродная сестра мексиканского художника Германа Куэто. С самого рождения, страдавшая от различных болезней, врожденного вывиха бедра, была низкого роста и хромала, из-за чего в школе ее дразнили и называли ведьмой. Страдания и боль, сопровождавшие художнику с детства, заметны в тематике многих ее работ. Живопись стала для нее способом выражения переживаний, а ее отец, поощряя занятия дочери изобразительным искусством, оказал большое влияние на дальнейшую судьбу девушки. В 1903 году приехала в Мадрид, чтобы учиться в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо. Учителями девушки были такие испанские художники, как Эмилио Салла, Фернандо Альварес де Сотомайор, Эммануэль Бенедито Виви. В 1908 завоевал третье место национальной выставки изящных искусств за работу «Первые шаги». Мария Бланшар получила стипендию от городского совета Сантандера для продолжения обучения во Франции. В 1909 году приехала в Париж, поступила в Академию Витте. В Академии стала близкой подругой молодой русской художницы Ангелины Беловой. Летом 1909 девушки отправились в Лондон и Бельгию, где познакомились с художником Диего Риверой. Мария Бланшар делилась с поженившимися Ангелиной Риверой дом и студию. Мария вошла в круг кубистского авангарда. В 1916 году она написала свои первые кубистские композиции. Особенное влияние на художницу оказали работы Хуан Гриса и Жака Липшица. В 1914 с начала Первой мировой войны покинула Париж и вернулась в Мадрид. В 1915 году работы Бланшар были представлены на выставке «Живые художники в нетронутом виде» в салоне современного искусства. Выставка вызвала крайне негативную реакцию публики и критиков. В 1918 после окончания войны вернулась в Париж, где она провела остаток жизни. Художница окончательно присоединилась к движению кубистов, приняла и ассимилировала кубистское влияние. С годами ее уникальный стиль стал более резким, с яркими, сталкивающимися с цветами и меланхоличными темами. Работа Бланшар отличается сильной эмоциональной выразительностью. После выставок 1920 года во Франции и Бельгии и выставки 1921 года в Обществе независимых художников в Нью-Йорке спрос на работы Бланшар резко возрос. На фоне ухудшающего здоровья обратилась к религии и приняла решение уйти в монастырь, но так и не осуществила его. Художница продолжала рисовать, чтобы поддерживать свою сестру и племянник. У художницы начался туберкулез, из-за которого она больше не могла рисовать. И 5 апреля 1932 года, в возрасте 51 года, Мария Бланшар умерла. Похоронена в пригороде Парижа на кладбище Банье. Вот так вкратце из Википедии о испанской и французской художнице Парижской школы Марии Бланшар. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.